Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд по некоторым ошибкам, которые выскакивают при запуске игры Isle of Rima. Да, мне многие писали постоянно в комментариях: Sky, у меня такая ошибка, такая. Короче говоря, пока я не столкнулся с ними сам, как говорится, я не стал записывать гайд. Я все время только советовал. В общем, ближе к теме. Так, первая ошибка вот такая. Крашится игра. EO4 непонятный. И вторая ошибка вот такая. Античит. Давайте сейчас поподробнее все я вам объясню, покажу, а ты запоминай. Ну, вроде бы понятно. EO4 ошибка решается легко и просто. А вот ошибка античит появилась, по-моему, до недавнего времени. Связана она с тем, что в игре Isle появилось много читеров. Некоторые игроки стали покупать читы на каких-то левых сайтах на вечную стамину, на реген, на хп. И поэтому разработчики ввели программку античит. И теперь даже у простых игроков вылетает Isle of Rima. Сейчас я вам все покажу, как это решить легко и просто, в принципе. Как я с этим боролся. Ну, во-первых, начнем с ошибки EU4. Первое, что надо сделать, зайти в свой Steam, найти игру в библиотеке. Вот она, Isle of Rima. Правой кнопочкой мыши «Управление», «Удалить с устройства». Нажимаем «Удалить». После того, как игра у вас полностью удалилась с компьютера, заходим в Steam, «Настройки», «Браузер» и «Очистить кэш браузера». После всего этого перезагрузить компьютер. Далее, да, придется, конечно же, по новой скачать Isle of Rima. Скачиваем, ждем. После того, как у вас Isle of Rima полностью установилась на ваш ПК, не надо ее сразу запускать, снова перезапустите компьютер. Скажу сразу, что именно вот проблема, связанная с этой ошибкой, мне помогло. Как многие говорят, то что нужно в брандмаузере Windows отключить антивирус и все прочее, оно никак не повлияло на то, что я отключал антивирусник в своем Windows. Эта ошибка постоянно выскакивала. Второй вариант — это решение проблемы античита. Здесь, конечно, немножко все сложнее, но решаемо. Как я решил эту проблему? Давайте я вам расскажу сразу, как я решил именно эту проблему. То есть, я зашел сразу же в корневую папку в своем ПК диск D, где у меня установлена игра. Steam Apps, Common, Isle. Я удалил вот этот файл The Isle, то есть античит. И удалил вот эту папку. Ну, естественно, я пробовал сразу же запустить игру. И мне написало, что запуск игры невозможен по отсутствию некоторых файлов. Сразу после этого я просто зашел в свой Steam аккаунт. The Isle of Rima. Свойства. Локальные файлы. И жмем проверить целостность игровых файлов. Буквально у меня заняло это 1 минуту. Файлы были найдены, установлены. Я просто перезагрузил компьютер и запустил спокойно Isle of Rima. Сейчас она работает без всяких ошибок. Ну а теперь давайте расскажу вам еще про 2 варианта. Если вам мой вариант не поможет, то же самое. Заходите в свой Steam, правой кнопочкой мыши на The Isle of Rima, управление «Удалить с устройства», нажимаете Steam, настройки, очистить кэш браузера и можете закачивать сразу же Isle of Rima. Да, то есть мы знаем, что есть бета-версии, можно сразу же установить Legacy, либо Isle of Rima Public Branch. Сразу устанавливаете Isle of Rima Public Branch.
запускаете игру, если все хорошо, это хорошо. Если нет, второй вариант. Если у вас появляется эта гребаная ошибка с античитом, не удаляйте игру, просто правой кнопочкой мыши. Свойства бета-версии. Сначала вам, да, придется откатить игру до Legacy. После этого очистите кэш, как я вам показывал, перезагрузите компьютер. Далее зайдите в свой Steam обратно, в бета-версии, и уже тогда откатывайте до Эвримы. Этот вариант тоже рабочий. Надеюсь, у тебя все получится. Пиши комментарии. Попробуем, если что, разобраться. Пальчик вверх, подписка на канал. Приятной игры!